где братья и сестры, вы все просили, чтобы я снял вам колокольню, которая есть в храме и вверху храма. Сейчас мы поднимемся и все вам снимем. Пойдем. Вот здесь видите ваши колокола. Колокола, колокольни мы будем уже делать на следующий год, весной. А вот это вход уже на колокольню. Сейчас мы включим свет. Вот здесь вот. Еще много здесь работы, нужно выносить здесь. Видите, все так. Очень нужно много всего сделать. И все получается, не все сразу. Ну, с Божьей помощью потихоньку. А вот эта вот лестница уже на звонницу. Как раз дождь идет. Вот, видите, вот здесь вот нужно менять, потому что опасно даже здесь ходить. Видите, какие тоненькие досточки, они уже прогнили. Мы идем только по лагу. Вот. А вот здесь вот, сейчас дождь идет. Здесь вот видно дыры. Вот. И там проблема, вот это такие вот лаги. Что с одной стороны, что с другой стороны. Они все прогнившие. Их нужно менять. Вообще нужно всю крышу менять. Вот. И утеплять. Даже здесь опасно даже ходить. Не то что. Вот. Осторожно. Выходить не каждый даже сможет выйти туда. Потому что, ну, конечно, очень опасно. Сейчас, чтобы не упасть. Вот. Сейчас вот так вот сделаем. Кирпича, который падает. Вот здесь вот у нас такая вот колокольня. Ну еще мы даже не добрались туда. На колокольне, видите, здесь вот все уже трухлые, уже сгнившие. Вот. Это я вам показываю, как вот сюда добраться, это вот очень опасно. Проблемные. Вот такой вид красивый, с колокольни видно, но очень страшно. Потому что высоты я боюсь. Вот как бы я сюда бы никогда, только чтобы вам показать. Здесь вот уже снизу вот растут даже деревья. Просто я не все могу показать. Снизу вот уже растет, вот там вот, вот этот кирпич, представляете, вот может он убить кого-то. Тому мы будем сейчас ставить решетки, вот, снизу перед входом в храм, потому что очень опасно здесь даже ходить к храму. Здесь как бы, вот, я вам покажу, вот даже, вот видите, вот сейчас немножко ближе. Вот видите, прямо на колокольне растут деревья. Вот кирпич, который падает прямо вниз. И это очень опасно. Там уже, вижу, две штуки упало. И сегодня тоже мы подходили к храму, и тоже там кусок просто отвалился. Я вам показал колокольню, в котором она в состоянии. Также вам показал храм, который перекрытие тоже, оно все бежит. Вот даже видно было, как она по крыше сбегала, вот снизу поступила, вот этим по дереву сбегала вода, бежала. Вот, колокольня, там очень опасно здесь. Я вот только туда вот поднялся, только для того, чтобы вам все показать. Очень большие, конечно, нужно вложения. Это все нужно не то, что менять, а нужно все заново делать, снимать крышу. Все демонтировать, заново все делать, потом, там крыша, вот дерево половину уже сгнило. По храму я не пошел, из-за того, что, не дай бог, еще провалились, но можно провалиться. Благодарен вам за вашу помощь. Дорогие братья и сестры, только дождь прошел, мы вышли только с храма, и вот смотрите, вот какой отпал, и вот туда еще отпадало немножко. Вот какой камень упал. Вот сверху. Так что здесь очень
опасно находиться. Кирпич просто падает прямо на голову. Слава Богу, что еще не убило. Видите, Господь еще милостиво, еще нас помиловал.